Приветствую, друзья, с вами Артур. Хочу вам показать такой фонарик Варта, фонарик-ручка. То есть в фильмах мы все видим такие фонаря в медицине, да, используют, чтобы в глаза светить, если там сужение зрачка, живой, неживой человек. В общем, сейчас он в разобранном виде, показываю вам, как он, в принципе, устроен. То есть одна часть — это у нас кнопка включения, другая часть — это светодиод и линза. Я сейчас это, друзья, быстренько соберу. Давайте я упру на фотоаппарат. Одна батарейка типа 3А только используется, что немаловажно. Он не особо мега круто светит, да, то есть там не какой-то дальнобойный фонарь. Давайте я сейчас перемещусь там, где темно. Смотрите, он просто на ладошку вмещается, да. То есть у нас здесь темная комната есть. Ну вот так вот он светит. Ну, в принципе, в полной темноте с хорошей батарейкой светит довольно круто. А, ударился в стенку. В общем, от этой стены до следующей расстояние 5,5 метров. Я держу практически у шеи. И вот так вот он светит. То есть пучок света, в принципе, дальнобойный, но не слишком яркий. То есть там нету каких-то пересветов. Давайте будем подходить поближе. Вот сейчас 2 метра. То есть, в принципе, уже все четко, круто. Даже с небольшим пересветом видно, да? То есть светим с расстояния 1 метр. Телефон я ближе подставляю. Вот так вот здесь держу, свечу с расстояния метр. И вот так вот круто все видно. Очень много с этим фонарем связано в моей жизни. Скажем так, он у меня, наверное, уже с десяток лет. Когда только ладовские фонари появлялись. Только вот недавно я его заменил на... примерно такой же фонарь, только уже с более ярким диодом. Мне не для медицинских целей. Он у меня такой был, как резервный фонарик. В случае чего он у меня был всегда под рукой, где-то что-то подсветить. В домашних условиях реально пригождался. Если там где-то свет пропадает, пока найдете нормальную, грубо говоря, пока достанется основной фонарь, он был возле входной двери постоянно. То есть... если надо, сразу можно было взять и пойти что-то найти, посмотреть, что к чему случилось. В общем, сейчас фонарик встает в продажу, друзья. Он будет стоить, естественно, мало, но фонарик достойный. Мне он уже просто не нужен. А в свое время я за него дал примерно 10-9 где-то долларов. Доллар был по 8, 85 гривен, даже больше. Где-то 10,5 долларов. Но это Варта. Это хороший фонарь, который мне прослужил много и прослужит следующему потребителю еще очень-очень много. В общем, лайк за такой коротенький обзорчик. Всего наилучшего. С вами был Артур. Пока.